Много лет спортзал 13-й школы освещали вот такие люминесцентные лампы. Света было маловато, да и разбить такую лампу во время игры в мяч – дело нехитрое. В этом году мы обратились в филиал «Кубаньэнерго» непосредственно к директору Эдгару Гарьевичу с просьбой помочь нам в решении этой проблемы. И к нашему великому удовольствию это было сделано. Однозначно пришли люди, установили светильники, которые вот сегодня здесь видите, которые имеют очень большую мощность. И сегодня мы обеспечены полностью вот необходимым количеством освещения для проведения занятий. В этом спортивном зале проходят не только уроки физкультуры, но еще и дополнительные занятия. В школе работает огромное количество спортивных секций. Занятия идут каждый день до половины девятого вечера. А значит, хорошее освещение здесь просто необходимо. Директор средней школы номер 13 обратился к нам с просьбой создать оптимальное освещение спортзала, который размещен в этой школе. Поскольку при занятии спортом дети зачастую повреждали те светильники, которые находились под потолком. И нами было принято решение поставить современные инновационные прожектора светодиодного исполнения, которые в корпусах антивандального исполнения и не подвержены к механическим воздействиям. Эти светильники не требуют постоянного обслуживания и имеют гарантийный срок 15 лет. Кроме того, они расходуют до 10 раз меньше электроэнергии. Сочинский филиал «Кубаньэнерго» планирует и дальше вести социально ориентированную политику. Так что можно не сомневаться, это не последний проект компании. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.